your Michael Basquiat lives in your living room much longer. Я в этот день попросил друга помочь мне переобуть машину. Мы должны были ехать на шиномонтаж к 8 часам. Друг мой по обыкновению очень пунктуальным оказался, в кавычках, и подъехал в итоге на час позже. Ну, я это время думаю, сижу-ка я на сайте знакомства. Листал девушек, увидел Катю. Я собиралась в университет, увидела то, что мне написал Ваня, я ответила, потом целую неделю переписывались, да. Утром начинали, заканчивали, наверное, поздно ночью. Да не переписывались, мы даже разговаривали голосовыми. Да, голосовыми по большей степени. Сразу понравилась ее лучезарность, яркое солнышко. Спустя неделю мы пошли на первое свидание. На первом свидании Ваня меня очень сильно смутил. Он так обрадовался, что меня увидел, то, что писал меня в щечку. Расчувствовался. Расчувствовался, да. А для меня это... Я так стеснялась. Мы пошли в кино, мы держались за ручки. Когда мы уже расходились, я попросила меня не целовать, но он опять расчувствовался и все-таки поцеловал меня в щечку. Я почему-то сразу понял, что это мой человек. Вот не знаю, что это по какому-то волшебству. Это мое. Все, я не женюсь. Он мне эту фразу сказал, мы еще на первое свидание не пошли. Он мне это уже в первый день сказал, потому что я на тебе женюсь. Приедешь ко мне жить. Но я и переехала, в ноябре начали встречаться, в конце декабря я уже к нему переехала жить. И было такое ощущение, что знаем друг друга, далеко не месяц, а вот уже несколько лет просто. Я Ваня даже угадывала, сколько ложек сахара в чай мне надо положить. А я угадывала блюдами, вот какие он любит. На ужин, на обед. Телепатия какая-то, да. Я только подумаю, что надо Ване писать. А Ваня мне уже пишет и отправляет сразу смс. Мальчика и девочку получается. А я хочу двоих мальчишек и девочку. Почему двоих мальчишек? Не знаю. Классно. Ну что, у меня в семье одни девочки? Хочу мальчишек, двух. Ну, говорят, мамин сыночки, папины дочки. Да. Точно. Папа у меня такой творческая личность. Мама у меня, одним словом, бизнес-леди. Добрый и мягкий человек. Я им благодарен за то, что они есть. За то, что они наделили меня теми чертами характера. Вообще, взяли меня таким, какой я есть. Я очень сильно люблю свою маму. Она у меня потрясающая, очень веселая, она очень общительная, она очень добрая. То она подарила мне жизнь за то, что она меня так любит, за ее большое безграничное сердце.